сердце скорби его спаси. О, почитай ангел Господень, призывающийся его, и знает и слышите, и видите, яков он Господь. Блажен муж и же уповает на. Бойтесь, Господи, все святые его, яко не слышение, боящимся его, богатя обнищавшая закаша. Взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. То есть человек, хотя и живой, любит, не видит и благи. Удержи язык твой от зла, и усни твои жени благолепности. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени. Очи Господни направленные, и уши его в молитву их, и все же Господина творящие злая, еже потребите от земли память их. Вот ваше праведное Господь услышай, и от всех скорбих избави. Близ Господь сокрушенным сердцем, и смиренные духом спасе. Ноги скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Проник Господь вся кость их, ни едина от них сокрушится. Смерть грешников лютов, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих. И не прегрешат все уповающие на Него. Благословение Господне на вас, обо благодати и человека любим всегда, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господень на водах попьет лаваля, придите, примите все. Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия, явшегося Христа. Днесь вот освящается естество, и разделяется Иорда, и своих вод возвращает струи. Владыку зря крещаемо, яко человек на реку пришел Иси Христе царю, и рабское крещение приятие чешися блаже от предтечи его руку. Грех ради наших человека любычи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу имени и пресно и во веки веков аминь. Ко гласу вопиющего в пустыне, уготовайте путь Господень. Пришел Иси Господи за краби прием, крещение прося неведы греха. Видишь эти воды и убояшися, крепитен высь предтеча, и возопи глаголя, како просветит светильник света, како руку положит раб на владыку. Освети меня и воды, спаси в земле мира грех. Премудрость. Правочное сай на чтение. Отмем. Так говорит Господь, возвеселится пустыня сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, цветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести, и радоваться будет, торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармилы и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего, укрепите славшие руки,
и утвердите колено дрожащее. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш придет отпущением. Воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой скочит, как олень, и язык немого будет петь. Ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. В жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша, и будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних, идущие этим путем, даже и неопытные не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него, его не найдет там, и будут ходить искупленные, и возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет там, будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печали воздыхание удалятся. И мудрость. Слава Истине тайна чтение. Он мем. Так говорит Господь. Жаждущие идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите покупайте и ешьте, идите покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народом. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо Он прославил тебя. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли, не ваши пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы найдете с весельем, и будете, вы выйдете с весельем, и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песни, и все дерева поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет мирт. Мир, и это будет во славу Господа. Знамение вечное, несокрушимое. И мудрость. Пророчество Исаии на чтение. Он мем. Так говорит Господь. И в радости будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. Напоминайте, что велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он сделал великое, да знает это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев. Премудрость. Прокимем глаз третий, Господь, просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся. Господь, просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся? Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся? Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся? Мудрость. Коринфянам святого апостола Павла чтение. Вон мем. Братья, не хочу.
Братья, не хочу вас... Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Мир тебе, Тучному. И Духове Твоему. Премудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Глаз Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих. Пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса, и Духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Миром Господу помолимся. Господи, услыши мир и спасение душ наших. Господу помолимся. Господи, помилуй. Умей всего миром благостояние святых Божьих церкви и соединение всех. Господу помолимся. Господи, помилуй. Святых нами всем и с верой, благоговением и страхом Божьим входящих вонь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Благострадание в стране нашей российской, правителей православных людей в Отечестве, в России, несущих и спасение их. Господу помолимся. Господи, помилуй. Благострадание в стране нашей российской, правителей и православных людей в Отечестве, в России, несущих и спасение их. Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем всяком граде, стране веры, живущих в ней, Господу помолимся. Господи, помилуй. Благотворение вас Духов, призабили плодов земных и временах мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Чтобы и силой, и действием, и наитием Святаго Духа осветились воды сия, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Чтобы очистительным действием силы Божественной Троицы снизошла на эту воду, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Чтобы силой и действием наитием Святаго Духа даровалась ей спасительная благодать и благословение Иордана, Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы Господь скоро ниспроверг сатану под ноги наши и расстроил всякие лукавые замыслы, направляемые против нас, Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы Господь Бог избавил нас от всех дьявольских козней и искушений, сделал достойными обещанных благ, Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы через наитие Святаго Духа просветиться,
Просветится нам светом познания благочестия Господу, помолимся. Господи, помилуй. Чтобы Господь Бог ниспослал благословение Иордана и осветил эти воды Господу, помолимся. Господи, помилуй. Чтобы эта вода послужила даром освящения и избавления от грехов, исцеления душ и тел, и для всякой особенно необходимой помощи Господу, помолимся. Господи, помилуй. Чтобы эта вода содействовала нам к достижению вечной жизни, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Чтобы послужила она к удалению всех козней, видимых и невидимых врагов, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О черплющих и принимающих ее для освящения домов, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Чтобы послужила она для очищения душ и тел всем с верою, почерпающим и пьющим ее, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Чтобы через принятие этой воды при таинственном явлении Святаго Духа удостоиться нам полноты и освящения, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Чтобы услышал Господь Бог молитвенный голос нас грешных и помиловал нас, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Чтобы избавиться от всякой скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную и славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Господи Иисусе Христе, единородный Сыне, пребывающий в Отце, истинный Бог, источник жизни и бессмертия, свет от света, пришедший в мир, чтобы просветить его, озари наш ум Твоим Святым Духом, прими нас, прославляющих и благодарящих Тебя за Твои дивные дела, явленные Тобой от вечности, и за Твое в последние времена спасительное воплощение, в котором Ты, Владыка всего, оделся в нашу немощную и убогую природу и снизошел до рабского служения, и, будучи безгрешным, Ты принял еще и крещение от руки раба на Иордане, чтобы, осветив водную природу, проложить нам путь через второе возрождение водой и духом и привести нас к первоначальной свободе. Поэтому, празднуя воспоминание этого божественного таинства, мы молимся Тебе, Владыка человеколюбший, окропи по Твоему божественному обещанию и нас, недостойных Твоих рабов, чистой водой, дарованной по Твоему милосердию, и да будут угодны Тебе, милостивому, все приношения нас грешных, все прошения о нас грешных, об этой воде, чтобы через нее даровалось и Тебе благословение нам и всему верному Твоему народу для славы Твоего святого и достойного поклонения имени. Ибо Тебе принадлежит всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Твоим Отцем и с пресвятым благим и творящим Твоим Духом ныне пресной во веки веков. Велиси, Господи, чудные дела Твои, и ни единое слово довольно будет в пении чудес Твоих. Велиси, Господи, чудные дела Твои, и единое же слово довольно будет в пении чудес Твоих. Велиси, Господи, чудные дела Твои, и ни единое же слово довольно будет в пении чудес Твоих. Ибо Ты по Своей воле привел все к жизни из небытия. Ты по Своему могуществу всем управляешь и Своим промыслом созидаешь мир. Ты, создавший из четырех стихий творения, увенчал четырьмя временами круг года. Перед Тобою трепещут все духовные силы. Тебе воспевает солнце, Тебе славит луна, пред Тобою ликуют звезды, Тебе внимает свет, пред Тобою трепещут бездны, Тебе служат источники, Ты простер небеса, как шатер, Ты на водах утвердил землю, Ты оградил песком море, Ты для дыхания живущих излил воздух, Тебе служат ангельские силы, Тебе поклоняются соборы архангелов. Ты окружен стоящими
и летающие многочитыми херувимами, крылатыми серафимами, прикрывающимися в страхе от Твоей неприступной славы. Итак, Ты, будучи неограниченным, безначальным, неизреченным Богом, пришел на землю и принял образ раба, сделавшись человеком, ибо Ты, милосердный Владыка, по Своей милости не мог без сострадания видеть мучимый дьяволом человеческий род, поэтому пришел и спас нас. И так как Ты искупил все человечество, осветив Своим рождением девственное чрево, то мы исповедуем Твою благодать, проповедуем милость, не скрываем Твоих благодеяний, и все творения воспевают Тебя, явившегося, ибо Ты Бог наш. Ты пришел на землю и жил с людьми, и Ты, пославший с неба Святаго Твоего Духа, осветил Иорданские воды и сокрушил головы гнездящие там змеев. Ты сам человеколюбче царю, прииди и ныне наитим Святаго Твоего Духа освети воду сию. Ты сам человеколюбче прииди и ныне наитим Святаго Твоего Духа освети воду сию. Ты сам человеколюбче царю, прииди и ныне наитим Святаго Твоего Духа освети воду сию. И дару ей спасительную благодать. Благословение Иордана, сделай ее источником бессмертия, даром освящения для прощения грехов и исцеления от болезней, исполненной ангельским могуществом, недоступной для дьявольской силы, на гибель демонов, чтобы все почерпающие и принимающие ее получили через нее очищение души и тел, исцеление от страстей, освящение домов и всякую особенно необходимую помощь, ибо Ты Бог наш, водою и духом, обновившую, обветшавшую от грехов нашу природу. Ибо Ты Бог наш, при Ное водою, потопивший грех. Ибо Ты Бог наш, через Моисея морем, освободивший еврейский народ от рабства фараона. Ибо Ты Бог наш, рассекший в пустыне камень и истощивший из него воду, изведший потоки и напоивший свой жаждущий народ. Ибо Ты Бог наш, через Илью, водою и огнем, отвлекший израильтян от поклонения Ваалу. Ты сам, Владыка, своим Духом Святым, и теперь освети воду сию. Ты сам, Владыка, Духом Твоим Святым освети воду сию. Ты сам, Владыка, своим Святым Духом освети воду сию. Даруй всем, прикасающимся к ней, пьющим ее и храпящимся ею освящение, здравие, очищение и благословение. И ныне, Господи, и помилуй архипастырей, пастырей и всех православных христиан, и сохрани их в мире под Твоею защитою. Покори им всякого врага и противника, даруй им все просимое для спасения и вечную жизнь, чтобы стихиями, народами, ангелами и всем видимым и невидимым славилось Твое Пресвятое имя с Отцем и Святым Духом, ныне присно и во веки веков. Мир всем и Духове Твоему. Главы наши, Господи, ве преклоним. Господи, Господи, благоволивший креститься во Иордане, осветивший его воды, преклони ухо Твое, услышь нас, и благослови всех нас преклонением своих голов, изъявляющих Тебе покорность, и удостой нас, Господи, исполниться Твоего освящения через принятие этой воды, чтобы послужило оно нам для здравия души и тела. Ибо Ты освящение наше, и мы воссылаем славу, благодарение и поклонение Тебе с Твоим безначальным Отцом и Пресвятым Благим и Створящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. О Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Твое число и весь поклонение, Сына и дух, и Духа, 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 и
величающийся Тебе, Господи. Твое честолюбие поклонение, родителю Бога, Сыне Христовоща Тебе, возлюбленного Тя Сына и Милуя, идут в виде голубей, из лесов шестовися утверждение, явлейся, Христе Боже, и мир просвещай слава Тебе. О, Иордане, кричающийся Тебе, Господи! Твое честолюбие поклонение, родителю Бога, свидетельствовавши Тебе, возлюбленного Тя Сына и Милуя, иду в виде голубине, из лесов шестовися утверждение, явлейся, Христе Боже, и мне просвещай слава Тебе. Мне по голове пол, если не прям намочил. Включи света там. Батюшка вас туда просит, еще помощи ехать. Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Иже в Иордане креститесь, от Иоанна изволивай нашей городе спасение Христос, истинный Бог наш. Молитвами причистой своей Матери, святых славных и свальных апостолов, преподобных богоносных отец наших, святых праведных Боготеца, и кеманы всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любец. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя Иоанна Златоустого. Словом правды. Для того и пришел Господь наш Иисус Христос, чтобы не только здесь мы видели славу Его, но и в будущем веке. Потому Он и говорит: хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Когда же здешняя слава